Всем привет, мои друзья, подписчики. Мы, короче, сегодня вырвались на озеро, на Черное. Если еще доедем до него. Если, конечно, мы до него доедем. Мчимся, ищем в поисках новых приключений. Интернет у нас пропал, сидели, слушали музыку. Ворвались в какую-то дислокацию, где вообще нету связи. Пишет только камера. Так что, если мы все умрем, эта запись останется на телефоне. Надеюсь, Аня нас привезет нормально. Если что, поедем на Рубское, на крайняк. Но до Рубского нам еще ехать 20 километров. Если что, мы не найдем это озеро, мы поедем на Рубское в Синюю Осоку. Ну, ничего страшного. Ну, проверить-то надо. Все передаем приветы. Здорово, ребята. Аню не отвлекаем. А теперь все двигаем головами так. Ребята, короче, смотрите, выбрались мы наконец-таки на озеро, на это Черное. Еле нашли, мы ехали сюда очень долго, два раза возвращались, не туда заворачивали. В общем, получилось. Красивый пейзаж очень, живописный, чистая вода, я думаю. Не то, что на тех карьерах, когда мы купались. О, Лена истину глаголит, чухнула. Так что сейчас пойдем купаться. Вот, сейчас сначала, ребят, покупаемся, позагораем и будем готовить вкусняшки. Вот. А попозже я еще вам покажу арбалет, как работает, как стреляет. Вот. Просто сейчас здесь люди, я сюда его пока не взял, он в машине в багажнике лежит. Потом постреляем с вами из арбалета. Вот, тоже еще приобрел. Ну и все, в принципе. Сейчас будем. Сегодня у нас в студии будет куриный салат. Я вам покажу рецепт хорошего вкусного салата и пожарим с вами рыбу на плиточке. Ну что, ребята, все. Вот так вот мы расстелились. Вот так вот Ромка передает вам приветы. Надеюсь, передает. Он что-то его на солнышке разморило. Все, тут у нас девчонки будут валяться, тут я буду валяться, тут у нас куча вещей из машины. Здесь у нас плиточка, ингредиенты для салата. Сейчас все будем чикать. Ножичек взяли, все взяли. Единственное, что забыли взять только открывашку для гороха, для консервированного, который идет в салат с куриной. Но я думаю, мы как-нибудь его попробуем открыть ножом или зубами на крайняк. Вот. И пойдем купаться, наконец-таки. Девчонки у нас пока вот ушли туда искать туалет на будущее, чтобы им куда ходить было. Мы пока загораем, греемся. Сейчас окупнемся и потом потихонечку будем готовить. Озеро чистое, очень хорошее, красивое. Еле сюда добрались, и я думаю, мы об этом не пожалеем, что мы сюда вырвались. Так, хоть далеко мы сюда ехали, путались. Вот. Но я думаю, все будет сегодня клевый пикничок. Правда, народу очень много, машин очень много. Если обратите внимание, это просто ужас. Народ еще, может быть, потом подтянется, конечно. Очень много людей. Целый пляж. Я просто думал на самом деле, что это будет такое дикое озеро лесное, что здесь вообще мало будет сходов к воде, подъемов, мало будет людей, но я не угадал. Здесь оказывается очень людное место, и сюда все едут купаться. Ну а вот девчонки наши, кстати, подошли, проведали, где находится туалет. Девчонки, ну как, туалет нашли? Лес нашли. Это такое клевое место для пикника. Это лес. Там клевое место для пикника? Да, среди клёвых маленьких елочек. А еще оно в тени находится. И тенек?
И что, хотите сказать, мы туда пойдем готовить? Понимаешь, здесь готовить на жаре, и как бы надо уединяться куда-нибудь в то место. Но здесь ветер еще, да, плитку может задуть. А там как раз за елочками, в тени, и уже кто-то делал костер. Поэтому туда мы идти, пока его никто не занял. Так вы хотите сказать, мы загорать-то вообще не будем? То есть... Будем. Ну, а еда потом. А что ты хочешь там готовить? А потасу жарить рыбу. Фига себе запасы. Ну, салат, например, мы вот здесь сделаем, по сути-то, да, поедим, а рыбу туда надо идти жарить, разделывать, ну, наверное, это да. Там безветренно. Ну, в общем, так и порешим, да? Да. Дислокация, которая называется Черное озеро. Погоди, давай вот этого снимай побольше, вот это. Во. Олег, идем? Вот так вот. Идем! Такую красоту надо больше снимать. Как дно, кстати? Очень песчаный, очень мягкоприятный для ноги. Мне прям понравилось. Вы не будете разочарованы, я более чем уверена. Да? Народу достаточно, но место есть. Достаточно неплохая местность, как вы можете видеть. Да конечно, блядь! Он не будет такой на YouTube выкладывать. Вот это было эротично! Это я посикал, Ром. Массаж пивом. Прекрасно. Хорошее солнце. Кайфуешь? Да. Грозы не намечается сегодня. Водичка как? Вода отличная. То, что надо как раз. Ни холодное, ни теплое, что-то среднее. Но мы купаться с тобой пойдем? Полностью или нет? Посмотрим. Так, у нас тут моржи на привале. Массаж. Массируют. Романыча. Роман, ну-ка мурчи в камеру. Ур-ур-ур. Ур-ур-ур. Да ты хуже. Выжми еще раз ему водичку из грудей. Вот это было эротично. Давай я тоже выжму. Да. Анют. Что? Поснимай, как мы делаем рецепт салата для зрителей. Товарищи у нас. Ребят, всем привет. Ну мы уже с вами здоровались, мы уже покупались, вернулись, позагорали. Смотрите, сегодня у нас в рубрике будет вареный салат. Сегодня будет куриный салат. Это типа Цезарь, да, Олег? Нет, он такой легкий, вкусный, непринужденный. Ингредиентов, в принципе, по минимуму в него входит. Вот, сейчас все покажу, расскажу. И потом мы с вами пойдем вот туда, вот уже в лес, чуть подальше. Вот, и там мы на плиточке с вами пожарим рыбу. Вкусненько приготовим. А пока сейчас перекусим салатом, пока на пляже загораем. Ну, в общем, смотрите, первые ингредиенты, это у нас идут свежие огурцы. Я их уже почистил предварительно от кожуры. Сейчас мы их просто будем нарезать, шинковать. Можно вот не мелко, ну как кому удобно. Вот чикать ее так вот просто. Вот, в общем, начикиваем целую банку огурцов. Вот, дальше я вам скажу, что идет. Все, ребят, дальше. Все, огурчики почикали в салатик наш куриный, да? Вот. Естественно, как вы поняли, если куриный салат, ингредиент главный идет курица. Но это попозже. Сейчас уж мы почикали яйца, тем более мы сидим на пляже, на жаре. Надо все быстро готовить, а то гафнет. Вот смотрите, вырезаем 5 вареных яичек. Вот смотрите, какое приспособление хорошее. Быстро. А можно, Олег, этим приспособлением сделать все? Можно вареное все делать. Морковку, картошку, свеклу. Все, что вареное, через это можно давить. Без проблем.
все. Так вот быстренько, спокойно порезали яички. Считанные секунды. Считанные секунды, да. Дальше у нас идет, конечно же, салат курица, который я предварительно уже вчера отварил. Бедро курицы, филе. Сейчас мы его быстренько тоже порежем. А его также можно через эту штуку? Нет, через эту штуку его нежелательно, потому что оно... Чтобы время не тратить. Оно волокнистое. А, ну да, 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 да. Ты его не про... Его только резать, естественно. Сейчас вот так вот нарежем всю курочку. И дальше... Хорошо. И дальше вам, ребята, покажем, что идет дальше наш салат. Курицу мы порезали. То есть у нас идут яйца, свежий огурец, курочка. Теперь мы высыпаем банку горошка, предварительно воду уже слили. Вот, ну, почти уже идет у нас заключительная стадия. Осталось, естественно, самый главный ингредиент в этот салат. Он делается только с укропом. Никакого свежего лука, хотя он у нас есть. А петрушка не подходит? Петрушка тоже не подходит, кинза тоже сюда не идет, потому что она отдаст другой совершенно оттенок салату специфический. Поэтому только укроп, как можно больше. Не жалеем укропа. Свежий с огорода нам Рома принес. Да, я бы его даже не отказался попробовать. Мы тебе вот стеблики оставим. Они нам не нужны. Вот. Теперь укропчик кладем. Теперь, смотрите. Теперь мы это все сейчас перемешаем. Естественно, это все делается с майонезом. Но вот так как у нас некоторые дамы на диете, весь мы мазать не будем. Вот. Себе мы помажем, отдельно кто-то себе там маслом подсолнечным помажет. Можно, например, кисло-сладкий соус попробовать, не знаю, будет ли, зайдет, не зайдет. Но салатик получается легкий, простой, диетический. Курица варилась без соли, то есть он весь не соленый. Естественно, сейчас мы его посолим по вкусу, майонезиком смажем. И, в принципе, кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста, господа. А дальше, сейчас мы это все съедим и пойдем жарить еще с вами рыбу на плитке. Под вечер, когда еще побольше покупаемся. Это сейчас все угомоним. Всем приятного аппетита. Кому понравился такой рецепт, ставь лайк и жди дальше. Ну что, ребята, все? Рома сняла с Леной? Всех да, сняла. Все в кадре. Сейчас все будут пробовать, давайте. Это Романо. Елене мы специально не заправляли. Видите как? У нее диетический. Анечка сейчас нас пока снимает, она попозже попробует, скажет. Вот у нас такой хлеб колодцем. Кто хочет хлебушек? Мне кажется, он сейчас в жару-то лишний. Я не знаю. Нам, дай бог, салатом-то, в принципе, наедим. А еще рыбу взял. Мы еще рыбу взяли жарить. Рыбу под вечер. Рыбу под вечер делаем. Сейчас чем больше будем плавать, тем больше будем сжигать калории, ребят. И опять их набирать. Ладно, ладно. Кстати, он и с маслом нормально. Да? Так, я, Олег, тебя прибью. Поверь мне, с майонезом он наш вкуснее. Ребят, очень вкусный. Простой. Смотрите, как все едят активно. Просто. После плавания. Просто, да. Лук сюда не идет. Ни в коем случае не слушайте Романа. Сюда никакой лук, идет, да, не идет? Только укроп идет, да, в этот салат. А репчатый тоже? Нет, никакой. А порой без лука хорошо, знаете. Давайте, теперь Анечка у нас попробует. О, господи, меня можно не снимать. А ты у нас, а что ты у нас стоит как? Давай, а я не хочу сидеть. Кружочек, кружочек, давай, кружочек. А я не хочу сидеть. Да хоть как-нибудь на корточке. Не снимай снизу ничего. О! Муравей ползает. Ну, он тоже вкусненько любит, вот он приполз. Ну, без лука лучше, конечно. Лук здесь вообще не нужен. Да. Никакой. По соли как? Еще хорошо. Посолить? У меня еще больше есть. Больше не надо соли. Ну, скажи же, вкуснее с майонезом. Один раз побаловаться, потом пойдем поплаваем, все короли сожгу. А потом опять тебе наберем лишний килограмм. А потом мы будем есть рыбку диетическую, там ничего. Ну, я сегодня бегать пойду, в принципе, ничего страшного. Я, да, наверное, скину сегодня. Так что вот эту порцию с майонезом можно. Анька у нас и так худенькая, видите, стройненькая. Что-то она все переживает за свою фигуру. Ну все, приятного аппетита всем. Всем, да, хорошего отдыха на природе.
вкуснятина. Вкуснятина, да, Роман? Ну да, согласен. Прям взят детишки маленькие, вот двое девчонок, по-моему. Жена, муж, не знаю, брат там, кто-то. Попробуй. Очень нет. О, песня пиздатая. Тебе-то что она нравится? Я ее слышал на одном из донатов. Что-то там опа-опа попадает, что-то там такое. Теперь Рома съесал. Смотрите, как моя шляпа идет Аньке. Какая она симпатичная ковбойка. Ей еще пистолеток. Будет ковбой. Но это я. Отдыхаем хорошо. Как там говорят, проебали силовые, да заработаем еще. Да не то, что может машина, то просто. Мы сегодня решили пожарить рыбу. Рыба, кому интересно, называется потасу. Немножко она у нас, конечно, на жаре гавкнула, потому что весь день стоял 32-33 градуса тепла. Вот. Но, тем не менее, она уже начала даже от костей отходить, но мы ее все равно пожарили, чтобы не пропадала. Также у нас куриный салат. Майонезом перед этим вам готовили, вам всем, я думаю, понравилось. Мы его, кстати, уже скушали. Вот. Сейчас у нас такая вот красивая рыбка жарится на плитке. Кстати, баллон, ребята, он служит, кстати, с того времени, как мы ходили с вами карася жарили там на рыбалку. Он еще до сих пор еще не пустой. То есть его надолго так довольно хватает. Вот. Мы еще все на первом баллоне жарим. Я на всякий случай взял, конечно, второй. Но тем не менее, баллон стоит 70 рублей на этой плитке, но на нем пожарить, приготовить можно много чего. Мы тогда с вами рис, помните, варили долго, потом там овощи с рисом, там с фасолью готовили, карася жарили, все на этом баллоне. И до сих пор мы еще продолжаем даже жарить рыбу, уже выехали на Черное озеро. Так что баллон нам служит еще, пока не закончился. Вот, я думаю, сейчас все будет очень вкусно, аппетитно. Еще раз чуть-чуть сейчас. Товарищи, посмотрите, что из рыбы, которая вареная, она стала до неузнаваемости
хорошей корочкой, так что не все так плохо. Ну, она немножко вся, вся подраскрошилась, конечно. Рыба уже разлагалась, начала. Ну вот теперь можно газ выключить, баллон выткнуть, и она сейчас до сковородочки потихонечку дойдет. Я думаю, девушки сейчас с удовольствием ее поедят пальчиками, прям так руками. Солененькая, перчененькая, должна быть вкусная. В принципе, она не сдохла у нас, хотя жара сегодня была неимоверная. Ее, конечно, надо было готовить, ребят, в первую очередь, эту рыбу. Ну, что делать? Мы немножко сначала сделали куриный салат, потому что мы тоже переживали, потому что у нас яйца, тоже куриная грудка в салат идет. Тоже боялись, что гавкнет, тем более все мазанное. Можно и руками. Оно горячее. Горячее. Это ты икру взяла или кусок я рыбы? Я не знаю, я взяла что-то маленькое. Давай, пробуй. Это икра или кусок рыбы? Рыба. Вкусно. Корочка хрустящая. Все нормально, Олег, не переживай даже за... Все, все хорошо очень. Следующий. Лена. Очень вкусно. Такая вкуснятина. Хрустящая корочка, ребята. Хрустящая просто... корочка во рту хрустит. Просто обалдеть. Особенно на природе. Да, да. Приноси в следующий раз больше. Пивка. Рыба пивка. И рыба, и пивка. Хрустит. Ну что, ребят, готовы пострелять из арбалета? Перед тем, как ехать домой. Мы так и дохнули, что у меня уже сил ни на что нет. Ну, там стрельнуть несложно. Нажали и поехали. Ну попробуем разок. Да. Ты готов, Роман? Роман всегда готов. Давай, снимай. Ну что, ребят, цель у нас... Так, Олег, там машина. Ну ладно. Олег, цель у нас вот эта бутылка. Машина, отойдите, пожалуйста. Смотрите, ребят. Вот такой арбалет. Крутой, да? Идут два патрона. Острые, заметьте. Пробивающиеся. И другие тренировочные. Как перезаряжать? Вот здесь нажимаете чеку. Заводите вот так тетиву. Вводите стрелу. Вот так вот стрелочку поставили. Назад ее задвигаем до щелчка. Все. Арбалет заведен. Готов к стрельбе. Бутылку видите? Бутылку как-нибудь. Вот так вот давай. Втыкаем бутылку. Вот так вот вошла стрела, одно перо мы, видите, у нас случилось то, что перо ушло в сторону, вот оно, видите, оно съехало у нас, оно должно быть с двух сторон перо, оно у нас ушло вниз и ушло все вправо, короче, проще вообще выдернуть это перо и пробовать без пера. В общем, вот такая вот игрушка. Попробуем стрелу сейчас воткнуть без пера. Вот. Все равно арбалет ее затягивает. Ну, даже стабилизации нет. Без пера не воткнулась. Почему-то. Хорошо. Этот патрон мы пока уберем. В общем, все, ребят, на этом все, чем прощаемся. Постреляли с арбалета, приготовили вам вкусняшки, позагорали, покупались.
Надеюсь, вам салат понравился. Рыбка тоже была вкусная, классно позагорали, все красные такие, жаркие. И с арбалетика прикольно постреляли. Коленки красные. Да, и коленки вот у меня очень сильно загорели, капец как. В общем, все. Дальше мы с вами пойдем охотиться с винтовки с нашей по уткам. Вот там реально постреляем. А этот арбалет что-то он какой-то не алло. Что с ним произошло? Все, так что всем пока, всем спасибо, ставим лайк, подписка на канал. Всех люблю.